На коленях, сердечко в молитве, тихо-тихо взывает к Отцу. В тайной комнате важная битва. Вот уж слезы текут по лицу. В тайной комнате сердце изнанка, нараспашку все чувства и мысли. На коленях стоит христианка, и молитвы уносятся ввысь. В тайной комнате столько свершилось, в тайной комнате столько побед, сколько слез раскаяния пролилось, сколько с Богом безгласных бесед. Здесь гордыня смирялась без счета, и злоба прекращала кричать. Здесь ворчанье минорная нота вдруг как пауза стала молчать. Здесь любовь потихоньку взрастает, милосердие рвется служить, сердце все здесь переосмысляет и стремится для Господа жить. В тайной комнате столько свершится, да поможет нам в этом Господь. На колени вставать, не лениться, самый важный — вести диалог. Аминь.